Здорово, игра у меня опять же Мак Индонезия. У меня какой-то очень интересный персонаж. Первые три города основаны не на том континенте, с которого начинается Индонезия. Плюс по два уникальных ресурса. Понял, тут надо быстренько зафигачить себя. На разведочку. И строим ману бентик. Выходим в календарь. Следующих. Таран соло город не заберет. Там два тарана нужно. Эх, чё у нас тут? Где вообще? Чё за горы какие-то? Разведчик у меня. Следующий ход. Следующий ход снова. А почему вы руины не забрали? Алло, черти. А, вы нашли карту. И сейчас к руинам либо бежите. Так, разведчик. Видимо, за рынок приезжали. Чего у нас тут рабочие? Ну, рабочие будут со временем. Нам нужно поселенцам делать всегда. А, обманываю. Какие поселенцы? Рабочие все-таки. А институт есть с копейщиками уже.
Общий ход. Евразия, что ли, какая-то? А что дает? Беру. Проект выбрать. Я сделал так вот. И похожу. Какой мне нужно свидание выбрать? В письменность попробовать идти. О, руины. Хорошо. И тут хорошо. Чего это за место? Мгновенно изучила письменность. Я мгновенно философию. Фиг знает философию идти. И тут вот это вот. Побежим туда, пока можем бежать. Это так быстро прокачаем. Козел. Понятно, козел. Наполеон здесь. Так, плюс народ. Он должен жить вот здесь вот. Здесь он дотянется до мрамора. Хотя кому не пофиг, живет здесь. Здесь я айзис будет. Чуб на кого-нибудь гора.
сюда должен быть. Здесь, вообще вот здесь у нас, ладно, вообще город здесь поставил, чтобы он сразу получал прибыль. Да. Основать пантеон. Есть у нас творец, понимаете? Плюс город. Не. Так, библиотека дорого. Только начали один. Только начали один. Стерилизация. Кто-то стол, конечно, построил. Это когда пульта не было. То есть нужно математику. Хас, ты идешь раш математику и выносишь 10 тысяч городов. Почему? Ты смотри, какие города ты выносишь, Нику. Надо выносить правильные города. Ну, несколько дней, там, может, неделю. Неделя где-то. Ладно, сутка, три дня один. На третий день мы с Николой заканчиваем и не играем в нее полгода. Тут, что у нас тут? Блин, я в какой-то, короче, Азии заспаунился. Это Европа. Ага, это...
Если я в Азии, вот Европа, здесь гора должна быть. Да, это Европа, будет там, понятно. Значит, снизу ты. Я в, еще в такой Европе, которая жопа какая-то, не Европа. Ой, Азия, которая пустыня одна. А, ну вот если так, то тут Арабские Эмираты должны быть. Вот здесь уже, да, Африканский народ. Зимбабве. Так, да, что у нас тут? Святилище построили. Да нет, нафиг комбат посадил, чтобы людей больше здесь было. А вы будете быстрее работать себе. Нам что нужно? Это у нас добыча руды. Потом философия, пойдем быстренько. И здесь курс-центр, надо будет курс-центр поставить. Вот сюда, вот такой фиговый город будет. Хотя если здесь куча лесов, ставьте вот на этом перепутье, очень удобно будет. Блин, только выхода в море нету никакого. А зараз разведчика запили. Так, мы будем сейчас философию. А это ошибка идти в философию, мы идем в каменную кладку. Значит, зря мы идем в каменную кладку. Один ход проходим. Давай на авторазведку. А ты на авторазведку пошел. Тут ничего нет, все.
А, круто. У меня два хода не осталось. Да, мы делаем философию, Макс. Я думал, сейчас философию бесплатно изучу, буду кайфовать. А фиг тебе, а не бесплатная философия. Не, почему я можно ее изучить, если ты ее рашишь? Если зарашить, то да, ты ее изучишь. Я вот сейчас зарашил себе сразу этот Майя. Сижу с ними. Сейчас оракул раш, получается. Буду с оракулом с ним. Слоны здесь. Хорошее место, хорошее. Если я сделаю вот такой ход. Выберу вот эту часть. Выберу вот эту часть. Чего тут можно построить? Святилище. Блин, ну расположение, конечно, такое себе. Попробую посмотреть профилон долго. Библиотека. Следующий ходик.
О, основать религию можно. Что у нас будет за религия? Будет у нас конфуцианство. Нет, не хочу конфуцианство. У нас даосизм. Фига себе, ты город запомнил тебе. Парфюм, давайте. Сколько у меня осталось один ход? Так что это будет святилище. Фармерский маяк тут сделали, нифига себе. Вот это люди ничего не делают. А, это ты его сделал. Я сижу за тобой. Каменная кладка, забыл ход. Соль добываем. Железо на карте крам хотя бы. Компас. Нужно зарашить астрономию. А вот Петру второму привет, друг. Ресурс. Эти ресурсы будут записаны. Боже, вот железо. Больше железа нет. О, поселенцы не заспавнились. Город не построили. Ну да, Рашем, короче, остановлю.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А я смогу это сделать? Забавно все сделаю. Озеро. Бережье. Следующий ход. Нужно большой инвентарь, нужно большие бабки. Дымит город внизу. Скип хода. Зачем? А, для компаса нужно. Так, институт, привет. Выбор великого человека должен быть ученый. Чтобы толкнуть науку. Фига себе, вот ты на кобыле. Я первый раз вижу ученого на кобыле. Ты видел ученого на кобыле? Это вообще
Никогда не так ученого не путал. Он, наверное, уже в средневековье он ездит. На тарантасе. Я какая кобыла. Следующий ход. Следующий ход. Нет. Может, эту фразу услышишь? Бывает. Так, выпасть. Пирамиды создали. Никто! Вот. 10 лет, 100 лет прошло. Никого не трогали эти пирамиды. Мне надо их закончить? У меня 2 хода. Я сначала подумал, что я их создал. Да, я тоже. Никто не строит пирамиды. Они специально поджидают, чтобы затроллить.
Я вот думаю, экспансия Австралии, это имеет выгоду? Я каждый раз, когда смотрю на Австралию, там миллиард ресов. И никого нету. Не спаунс, да, это не спаунс, там боты спаунс. Зевса построили. И уран был, и этот был, и все там было, и нефть по бокам. А ты можешь посмотреть, что у тебя все границы будут в этой Австралии. И никто на тебя напасть не сможет, потому что только с воды нападает. А ты по границам построил войско. Ладно, плыть, надо достичь еще, чтобы доплыть. Ну, чтобы плавать, думаю, смочь. Ты либо разворачиваешь большой город, тебе, ну, достигаешь то, что можешь плыть, но тебе уже не зачем плыть, потому что ты большой город. Ну что, попробуем собор Святой Софии. Сколько тут у нас этой... Зачем я стену строю? О, Нил. Если построить весь город, у меня будет очень хороший шанс выжить. Нет. Варвар там не будет. Сколько ходов? Вообще, ну два хода я уже подниму. Меньше. Как бы мне сюда перекинули город? То есть сколько проблем в Австралию попасть? А если я хотел туда пойду город сделаю? Я могу купить? Могу Вот, у меня жители. О, можем укрепить религию. Так, где здесь дорога? Укрепить религию. Ну, за каждого почитателя.
Кызыл какой-то мне друг. Офигеть, сколько. Для астрономии надо изучить еще 10 всяких шняг. Вообще, мне кажется, это того не стоит. Слишком много времени потрачу. А развиваться когда? Здесь проходик есть. Никол, ты услышал что? Ходишь так долго. Так, давай сюда перейдем. С маленькими ножками. Следующий ход получается. Ты замечал, что поля размером с город? Парфюм тут создаёт. Нельзя ведь дома научили. Парфюм создали. Чё ты даёшь? Что-то с искусством, да? Я говорю, с искусством что-то связано даёт.
по одному ходу изучается. Раз, два, четыре, восемь. Ох, ё-моё, ещё много. А это на что будет? Это на будет современно? Много времени. А это получается... Но на время появится. Далеко до воды идти. Да. Зим, кинь запрос крепости. Мне надо выполнить штуку. Заполнить тебя. Драконами. Ты какую-то армию тут создал. Валькирия к нам. Потому что я произвожу драконов. Да, я тебе все скинул. Ну не драконы, ну и ладно. Ну так ты залочил. Нет. Да это пофиг, Дим. Да я откуда я знал, что у тебя залочено будет под это подбрасывалка? И вот так идти вниз сейчас. Как же ходят медленно поселенцы? Где суша? Чего я так мало денег получаю? Так, надо зарабатывать деньги, начать сейчас прям. Так, купить, купить, купить караван. Все, вот это моя заработная плата. Как можно прохаживаться по эликсиру? Ты просто атакуешь?
У тебя армия, например, стоит 230 тысяч эликсира. Ты это... Ну, пофиг, ты берешь и атакуешь людей, которые больше эликсира, и... Так это еще зависит от кубков. Ты попадаешь на десятую, не потому что качнулся, а потому что у тебя кубки. Я тоже с десятым играю. Десятый-девятый фул вкачанный. Ну, потому что кубки такие. Просто берешь и фидишь кубками и фармишь маленьких черепов. Хотя там сколько ты это сбрасывается же, если у тебя выше ТХ. Меньше получаешь. Только когда на сколько? Вы открыли деньги. Спасибо. Нет. Вот почему эти поселенцы к ним находят по одной клетке? Я так никогда не дойду до моря. Еще помню, только два города стоит, я не могу. Ничего не могу. У меня денег нет почему-то. Я не заметил, как оказался в Африке. О, две клетки прошли, молодцы. По Брюсселю пойдем. Священник, где этот город? Да где это? А. Мощь 11 стола. А че ты города не захватываешь? Ведь у тебя до сих пор три города?
собственно. Великий Рим. Давай, Дим, иди поспи. Массажер поясниц. А не да. Все, по-моему, не дав не работает. А не дав не работает. Я так и не могу хотел сказать. Забанили? Да. Снова. Нельзя. Блин, тут Изабелла. Так где Изабелла? Это Изабелла, это Елизавета. Да нет, можно мне воду построить? Воду построить, город построить свой. Ганди начал войну. А Изабелла объявляет войну Ганди. Поддерживаем его классами. Это все заберу. Там недалеко. И так. А я могу прям вот так забрать. Рим теряет свою столицу. Потерял свою спальню. Здесь французы ездят. Чего ездят? Неужели у французов 10 городов и все они на берегу? Дайте мне добраться до моего королевства. Будущего. Так, сюда сейчас поедем и посмотрим. Сможем мы тут порт построить. Да, все, построим здесь порт.
Бухту тебе сюда и построить ее. Нельзя так делать. Ехать. Ну это бессмысленно, надо здесь это делать. Можно так построить, так это шикарно, я такой кусочек отхватываю. А потом, если вот так вот пойти, вот так, то я там, ой, как сильно отхвачу. Вот это мировое господство. Я могу, вот, а, можно же? Интересно, красители останутся здесь? Ну, видимо, остались. Я могу снести Терцидель? Так, он работает пока. Стоит на моих красителях. Если сюда поставлю, тыц-тыц, и вот так отхвачу, ой-ой-ой, надо захватывать клетку, как-нибудь вырасти, захватить. Ой, тут еще лошади. Ой, вот это хорошо, прям скалы будут. Прям бомба. Ой, ну да, хорошее место. Здесь промываем людям мозги. О, руины нашел в Африке. Что тут не ползал? Так, мы делаем город. А город уже приносит золото? Да, город приносит золото. Здесь мы строим жителя. Скоро у нас образование, после образования будет автономия. И через 14 ходов, теоретически, я должен переплывать в Австралию. Начать. Ой, еще одни руины обнаружил. Никого еще в Африке нифига не бегал. Тут одни руины. И вино.
Кыргызы побежали. Ну-ка, скажи, ты каблук? Ты каблук? О, начал астрономию изучать, вообще кайф. Кайф, 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 кайф. Никол, ты бы дружил бы с геем? А я с геем дружу. О, извращенцы, конечно, с книгами. Чеченцы, можно построить. 50 часов ты хочу за фигня. От Карла есть. Еще бы в темноте Австралию найти.
Его нету, он умер давно. Что она дает вообще? Нормально дает. Десять. Одно. Нет, меньше. Пять. Что это нам дает? Это нам пока ничего не дает. Петра создается в далеких землях. Один ход у меня до Петры. Круто, прикольно. Кто Петру построил? Это ты построил? Построил вот тот, кто находится в пустыне. У нас мало кто в пустыне находится. Я могу гору купить. И ничего не изменится. Просто какие. Так, что у нас тут? У вас достаточно очков. У вас тоже достаточно очков. Карпат, чтобы сбилить. Нафиг он нужен, университет пусть будет. А, какой университет? Будем деньги зарабатывать. Хотя и так заработаем, пусть на карпат строится. Я могу покупать караваны.
О, родился и мальчик. Строили. Так, где гавань должна быть? Это значит, здесь гавань, амбар. 6-6, восьмерочку он приносит. Сюда плюс сюда. Хотя это больше принесет. Я хочу сюда. Следующий ход. Так, что у нас есть? Так. Гильдия, следующий. А, какая гильдия? Вот это... А, ладно, гильдия. Джакарта. О, Никол, чеченицу у меня забрал. Все забрали. Все украли, ни одно не дают построить. Какой... Ну все, просто... Что я могу построить? Будет университет, получается. Люди учиться хотя бы будут. Столицу нельзя уничтожать. Ну да, если ты его... Ты можешь просто сразу разрушить город. Там кнопкой. Значит, его нельзя разрушить. Это
Принять институт. Наука открылась. Так сделаем. Так, ну все. Отправляется тур в Австралию. А, рабочий стоит. Ой, центр дофига денег стоит. Фиг, мы поедем куда. Так, выбрать исследование. Ладно, что у нас тут есть вообще? Изучим все до... Так, поскочим-ка мы сюда. Это еще один торговый, будет больше денег. И у нас начнется проект покорения Австралии. Ой, великий пророк. Сюда. Так, мы берем и покупаем вселенцев. А делаем здесь Махчу-Пикчу. Мы открываем здесь маяк. Thank you.
Начинаем экспедицию. О, корабль так медленно плывет. За сколько я доплыву до туда? Так, сюда. О, шпионы появились. Движение сюда. Погнали. Перекрыли дорогу твари. Эти варвары ходят.
Так он и есть. Так, если я правильно, то внизу находится он. Открывает стоит. Сколько у меня ходов? Два хода. Что это? Анкорват. Не знаю, какая-то фигня. Да я какое-то искусство не ползу уже. Мечеть какая-то. Я знал, я могу построить чудо света. Ну ладно, я просто это построю. А, какого подожди? Ничего не могу построить вообще. Ничего не спит. Закрыл. Так у меня не было открытого каникул. Где? На телефон типа вибрирует? Может, она тебе пришла, Никол? А как у меня? Ты, как у меня, во-первых, кто не написал? Мне никто не написал? И как ты мог услышать звук? Ну, я только что был, я музыку слушаю. Ну. Чё, Никол, завтра на картошечку? С грибами. Картошечка с грибами. С грибами. Игол, подумай, я говорю, завтра на картошечку с грибами. Нет, Никол, к твоей маме. За что, Никол? Ну реально. Я творческая лично. Нет, так-то. Так, это Австралия, надеюсь, уже. Как мне понять, Австралия? Вот это вот Австралия, вот здесь она даже внизу. Ее сложно найти в тумане. Да я под ним, я уже на них наткнулся.
Расстрел вспомнить. Вниз, и должна быть Австралия здесь. Вот, да, что-то вижу. Ну так, Никол, завтра на картошечку. Если так грибы подсел. Люблю грибы. Я очень часто начал их употреблять. А с чего у меня зарабой? Так грибоедия. Грибочки разных мастей и видов. Мальчу-пикчу. Да все строит, просто все строит. Это Петру, где он? Вот он, я его убью, шучу. Петра давно в пустыне, да. Построили еще давным-давно. А я про Петру, который чел. Ничего. Что вы сделали, уроды? Мне надо строить город в самой правой части Австралии. О, конюшня. 7 человек уже здесь живет, а ничего не сделано. А, что у нас? Смысл строить город только вон там вот. Ох, ё, они сейчас по одному ходу будут бегать. Канди хочу. Какие-то вражеские шпионы. Шпай.
что... Резко направо. Фигня, короче, какая-то заебание Австралии. Что? Это не Австралия? Как? Что это такое? Что вы мне подсунули? Уроды! Да не, в Австралии, я просто понимаю, что это за огрызок тут передо мной. Че тут черта нету? Один камень и коровы. Реально, не корова, да камни. Куда я попал? Когда я, ну, играю, изучаю, вижу, ну, качаю спутник, я столько леса здесь вижу. Ураны там всякие, вот эти драгоценности. А у меня тут камни и коровы. Это рофл? А это все Петру. Я вижу это все. Мою? А мою? То есть ты не любишь мою маму?
Ты, Шизер, куда я? Зачем сюда приехал? В Австралию, ничего нет. Я потратил 135 ходов, чтобы попасть. Я потратил кучу ресурсов, понимаешь? Я на втором месте из-за того, что у меня три города. Ну, если я сейчас сюда приду, поставлю город и не будет здесь чудо света. Чудо света. Фу, все. Я хорошо знаю эту карту. Слишком хорош для этой игры. Начнем отсюда завоевывать наш мир. Ой, это вообще крутая штука. Ставим город. Не надо размножаться почкованием.